Краснодарский край в числе лучших регионов в России по собираемости взносов за капитальный ремонт. Средства, которые аккумулируются в специальном фонде, успешно работают. И это дает отличные возможности для обновления жилья. Ход реализации программы по капремонту в регионе обсудили на совещании в режиме видеоконференции, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Жители, чей дом не обошла программа капитального ремонта, видят реальную отдачу от каждого вложенного рубля в свежей кровле или замене, к примеру, инженерных коммуникаций. На обновление крыш, фасадов, инженерных систем и замену лифтов из фонда капитального ремонта выделили более 3 миллиардов рублей. Из числа запланированного в этом году сейчас уже полностью готовы около 300 домов. К работам максимально привлечены местные строительные бригады. Это представители малого и среднего бизнеса Краснодарского края. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что жители, которые платят взносы, имеют все права на то, чтобы после проведенного ремонта жить в комфортабельном, отвечающем современным требованиям жилье. Жильцы платят взносы. Регулярно платят взносы и качественно платят взносы. Они имеют полное право, еще раз подчеркну, взамен получить комфортный дом, в котором они живут. Они на это и надеются, когда платят взнос. Поэтому, чтобы мы ни говорили, какие слова оправдания не находили, люди, жильцы всегда будут правы. Всегда будут правы. Также губернатор края отметил, что при приемке отремонтированных домов у подрядчиков нужно это делать с учетом мнения жильцов. Важно этот вопрос согласовывать с представителями жильцов подрядного дома, учитывать их позиции. Также на совещании обсудили планы на 2022 год. Планируется отремонтировать 677 многоэтажек. Вениамин Кондратьев сказал, что муниципалитеты должны до 1 октября направить планы ремонта многоквартирных домов в Министерство ТЭК и ЖКХ края. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».